мотор, хлопушка, камера пошла. Так, так, нет, нет, так быстро. Так, сегодня поговорим на свободную тему. Как я представляю, так, платформу YouTube со своей ее тысячами подписчиками. Вот люди говорят, 1000 подписчиков, 4000 часов, когда мы наберем. Дорогие друзья, не волнуйтесь. Снимайте свои ролики, занимайтесь своим делом. И все будет, все придет. Получите вы свои 1 000 000 просмотров первые. Ваш 1 000 000 подписчик. Главное заниматься делом. Получается у вас выкладывать 1000 роликов в неделю? Выкладывайте. Получается у вас 1 ролик в месяц? Да ради бога. Главное идти к своей цели, как говорится. Я вот многих смотрел там блогеров, известных. Они там советуют это. Уже какие-то курсы там проводят. Да нет никаких курсов. Курс – это ваше стремление. Так. Сейчас экран немножко поправлю. Так вот, они советуют там выложить 10 роликов, какой выстрелит. Да все правильно. Они сами не знают, какой там что выстрелит, а дают курсы. Правильно там сказал один мужчина. Он снимал-снимал у себя в поселке где-то, снимал-снимал. А потом в каком-то году узнал, что есть такая монетизация. Он случайно подал, и все уже. У него 50 тысяч подписчиков, я посмотрел. Так что нечего об этом. 1000 подписчиков. Не надо там их набирать, куда-то ходить. Если у вас канал достойный, снимаете вы там, вы свою аудиторию найдете. Да, кстати, кто не подписался на канал, подписывайтесь. Я автор этого канала. Все хотел это видео записать. Это ролик для тех, кто случайно зашел на канал и уже по каким-либо причинам уже подписался на него. Так. Правильно YouTube говорит. Они себе представляют. Мы являемся авторами каналов. Когда создаем канал, мы сажаем маленькое растенице. Вот, маленькая елочка. Мы за ней ухаживаем каждый день, выкладываем ролики. И в итоге, через какое-то время у всех по-разному, вырастает огромное дерево. Вот такое дерево. Огромное дерево. Вот она, красавица, сосна. Вот такие деревья вырастают из-за нашего труда. Но это по прошествии какого-то времени. Не все сразу. У кого-то раньше, у кого-то позже. А весь YouTube, я лично представляю, как вот этот большой лес. Вот он, большой лес. Это средние деревья, средние каналы, молодые. Там побольше. Самые первые каналы, вот они. Маленькие деревья, вот они, маленькие деревья. Первые каналы. Вот большие каналы, уже достигшие успеха. Так. Вот так. И уже большие каналы, большие, с помощью YouTube предоставляют нам, вот они, дают уже плоды. Это шишки. Плата за рекламные ролики в вашем канале. Вы поймите, маленькое дерево, оно еще не плодоносит. А большой канал, он дает возможность получать прибыль, размещать рекламу. Поэтому, скорее всего, возможно, YouTube, и, как говорится, ограничил вот начинающие каналы. Потому что не каждый, как говорится, продолжит дело, возможно. Не каждый продержится на плаву.
Не каждому это по душе. Кто-то выберет свое, допустим, работу, там, дом, с детьми заняться, лишний раз погулять, чем записывать там ролики на ту или иную тему. Ну, у кого-то есть возможность, пожалуйста, развивайте свой канал. Развивайте. Нечего гнаться за подписчиками. Люди сами придут. Если, еще раз это оговорюсь, если у вас достойно, вы занимаетесь, все, как говорится, люди сами придут. Ну да, со временем, ничего не сделаешь. Такая жизнь не бывает там сразу. Многие известные режиссеры начинали там с каких-то, даже сейчас, неизвестных фильмов. Мы там узнаем, что какие-то режиссеры, там у них есть фильмы, они с них начинали. А ведь никто даже их и не знает толком. Самые известные режиссеры, Кэмерон там и так далее, они не сразу там стали снимать свои эти фильмы, за которые им тоже, как говорится, платят сейчас. И известные актеры, они не сразу стали известными. Это нужно понимать. Так что нет какой-то вот этой стратегии там. Просто работайте. Просто работайте. И успех придет со временем. Вот и все. Нет такой какой-то вот там какая-то программа там, это развитие. Какая программа? Программа — ваш труд. Ваш труд. Я пришел в этот прекрасный лес показать вам наглядно. Правильно YouTube сделал, это не реклама YouTube. Правильно, вот у них на картинке монетизации именно люди, выращивающие из маленького горшочка, выращивающиеся вот такое дерево, канал. Вот такое. Вот он. Но только трудом. Не вырастает дерево, как в сказке, там, не знаю кого, Андерсона, там, что вот зернышко там посадил, и вот оно там, через 3 дня у вас там эти подписчики там. Не бывает такого. Ну, может, какие-то исключения там, я не знаю, но надо трудиться. Вот и все. Вся программа — ваш труд. Ваш непосредственно труд. И все будет хорошо. Кстати, этот ролик я снимаю в преддверии праздника Дня Защитника Отечества. Вот у нас вся зима практически была без снега, и тут уже вот вроде весна, и выпало снегу. Очень хорошо вот решил погулять. Заодно, как говорится, вам, товарищи, подписчики, зрители, всем вот рассказать. Новым, особенно авторам, чтобы они, как говорится, это, не пугались. Что вот-вот они там какой-то год это посадили. Ну, открыли свой канал. Я как представляю? Открыть свой канал. Это вот. Посадили вы маленькое деревце. Вот, маленькое деревце вы посадили. Оно не сразу станет таким большим. Не сразу, поймите. За ним надо ухаживать. Ну да, это, как говорится, может быть хлопотно, кропотливо. Там не каждый это все переживет. Там вот столько просмотров или все. Потом дерево вот такое уже будет. Побольше. Потом вот оно еще побольше будет. Вот оно уже. Уже вот. Потом уже взрослее. Так же, как человек. Вот. А, и в праздник я, как говорится, снимаю, вот вышел, это, поздравляю всех защитников, так, юношей, девушек, в общем, всех защитников, салют. Так, ну, продолжим. Так что, про 1000 подписчиков, вот, и не волнуйтесь, все будет. Если вы занимаетесь своим делом, свою аудиторию вы это получите. Ну, естественно, каждому свой первый отпраздновать 1 000 000 просмотров, отпраздновать своего 1 000 000 подписчика, естественно, всем желаю. Вот, как Дед Мороз тут хожу. Да, уже вроде весна, а вот такая погода. И похолодало немножко. Так. Так что не бойтесь. YouTube — это вот. Вот, смотрите, лес.
Если вы молодой, начинающий автор, вот вы открыли канал, там, первое видео загрузили. Это вот смотрите, вы посадили маленькую елочку. Маленькую. Совсем маленькую. Выкладывая ролики. Хорошие, трудитесь. Елочка будет подрастать. Станет вот такой побольше. Вот такой уже больше. Ну и так далее. Вот. Будет расти. Только потом, через какое-то время, она будет уже вот такой вот, побольше. Вот такой. Да. И все, как говорится, будет. Так что, друзья, не отчаивайтесь. Нет никаких рецептов успеха. Есть только труд. Труд и труд и труд. Который все перетрут. Не бывает такого, что там вот какой-то курс там посетили и сразу там у вас в день там по 50 подписчиков. Да, сказки все это. Не верьте. Всего надо добиваться своим трудом. Так. Все равно хорошая погода. Хоть и зима. Да, кстати, я в этот лес пришел не случайно. В этом лесу это прекрасный наш лесопарк Варенова роща. Сосны тут посажены. Им уже около века. Очень красивые. Так, вот он, пригородный лесопарк Барнова роща. Я тут летом уже снимал свой ролик. Деревья просто красавицы. Такие у нас сосны вековые. Да сколько таких по России? Много. Вот она, красавица. Вот так я представляю YouTube. Это вот лес большой, где много интересных каналов, не очень. Каждый найдет свой. Вы как автор, садите, открывая канал, сажаете вот такую маленькую елочку. Что от нее хотеть? Растет она, растет. Ее никто не замечает. Растет она и растет. И только когда ваш канал наберет сколько-то там подписчиков, его уже заметят люди. Он уже будет как вот эта большая сосна. Видно издалека. Тогда уже, конечно. А пока вы молодой автор, начинающий, трудитесь, снимайте. Если вы хотите набрать этих подписчиков, ролики свои снимайте. На все темы, какие вам. Я считаю, вообще какой-то конкретной темы. Вот у меня, например, полно всяких тем, каких. Всяких, любых. Человек разносторонний. Как можно там. Ну, если вы специалист там по строительству, снимайте про строительство. Если там вы чем-то занимаетесь ремонтом, снимайте про ремонты. Тут нет никакого совета. Главное, чтобы вам нравилось самому. И вы найдете свою аудиторию. Как вот, например, я гуляю тут один, никого нету. Хотя у нас это парк. Ну, погода, снег. Потому что не всем комфортно, возможно. Вот я ходил летом, например, когда снимал. Было очень много людей. И про этих. И кто бегал там, ягоды собирали, грибы. Ну да, летом, может быть, там и потеплее погулять. Но зимой тут воздух просто великолепный. Все-таки чуть-чуть от города отойти, и уже такая красота. Так что вот так я поделился с вами своими мыслями. Кто не подписался, подписывайтесь. Жмите колокольчики. Пишите комментарии. Ваше видение.
Но все-таки с Ютуба я соглашусь, 1000 подписчиков, они, возможно, сделали и правильно. Потому что, ну, большой сейчас объем, сейчас эти технологии компьютерные, сейчас у всех эти, у всех интернет, и они просто не справляются. Они вот эту 1000 даже уже поставили, мне кажется, они уже, у них завал. Хотя вот они говорят, заявка рассматривается месяц, ну, месяц там. Ну, вот я там посмотрел ролики, кто там чего, как говорится, и многие говорят, что ждали по 5 месяцев, по 7 месяцев, по 8 одобрения монетизации. А потому что объем большой. И то вот эти 1000 подписчиков, вот эти вот, они то приходится по полгода ждать. Поэтому вот так. Что не сделаешь. Погуляли мы сегодня по лесу с вами. Так, красота. Так что пишите в комментариях, как вы считаете. Может быть, у вас другое мнение. Может быть, им надо штат побольше. И сделать не 1000 там, а 100 или там 20. Ну, не знаю. Все-таки как бы и 1000-то даже. Для них может быть мало. Но. Так что если вы начинающий автор, ни о чем не думайте. Просто занимайтесь своим делом. Нравится вам, снимайте, выкладывайте блоги, выкладывайте, может быть, полезные советы какие-то там, снимайте вы что-то про ремонт. В общем, свое все делайте и все. И нечего там ни на кого равняться. Нечего там что-то какую-то, я смотрел. Мы не знаем, как открыть канал, там, какую тему выбрать. Да хоть какой-нибудь выберите. Любое что-нибудь выберите и все. А и дело пойдет. Там, ну, допустим, это не. Допустим, про ремонт не этот. Сделайте там какой-то полезный совет. Так найдете свою аудиторию. А ничего не делать и там сидеть, ой, у меня там не получается. Ну, ничего не получится, если ничего не делаете. А прибыль, вот она. Это шишки. Когда канал более-менее станет большим, вырастет, как вот эта огромная сосна, он начнет давать шишки. Это ваша прибыль будет с роликов. Чем больше, как говорится, ваш канал, тем больше прибыли, естественно. Развивайте, старайтесь. Только труд. Не бойтесь этих цифр. Возможно, вы за день их наберете. А возможно, и постараться придется. Но в любом случае, надо что-то делать, не сидеть на месте. И как вот открыть канал? Да как открыть? Снять на любимую тему ролик. Любой ролик на любимую тему. Какая вам нравится. А там уже посмотрите. Снимите на несколько тем. И так найдете свою аудиторию. Так, еще раз. Всем, друзья, с праздником. Подписывайтесь, кто не подписан. Смотрите на колокольчики. Пишите свои в комментариях, свои рассуждения. Почитаю. На интересно я отвечу, читаю все. Но просто некоторые бывают комментарии, почему-то попадают в спам. И мне и оттуда из спама там доставать их, вот не всегда я спам там случайно. Я случайно один раз нашел, что были комментарии, спам почему-то попали. Не знаю, нормальные комментарии, вот мне пришлось их оттуда доставать, как говорится, это. Так что пишите, подписывайтесь. Удачи! Всем здоровья, успехов, каждому начинающему своего, свой отпраздновать еще раз миллионный просмотр, миллионного подписчика. Удачи, не забывайте, YouTube — это лес. Вот он, лес, елки, вот она, красота. Конечно, большие каналы люди, естественно, замечают больше, чем ваш, например, вот вы только открыли,
только открыли. Вот посмотрите, какой контраст. Огромная сосна стоит, огромная. И вот он, вот ваш канал маленький. Вот вы посадили елочку. Ну, посмотрите, ее совсем незаметно. И вот такой канал, допустим, там миллионник или там сколько там. Посмотрите, его видно, вот, вон они там стоят. Вон их много. Вот так вот. Поэтому не стоит ждать там сразу за 3 дня, там, может быть, за год даже не будет. Ну, а потом все равно ваш зритель придет, не отчаивайтесь. Не складывайте руки. YouTube представляет все возможности. Пожалуйста. А потом придет и доход. Вот они. Шишки. Шишки — это ваш доход уже с большого, вот с такого. Когда канал будет большой, вот он. Посмотрите. Это сосна. Около 100 лет росла. Что же вы хотите? Там за 3 дня, чтобы она заплодоносила. Такого не бывает. Поэтому надо стараться растить, поливать ее. Как на картинке там у них нарисовано. Правильно все. Все правильно. Надо ухаживать. Делать заставки, снимать ролики. Общаться с публикой. Так, по-всякому. У меня что-то вот эти прямые трансляции что-то не получаются. Все сам делаю. Никаких ни помощников, ничего у меня нет. Поэтому все запущено. Получается, делаю. Я не получается, делаю. Так что вот так, дорогие друзья. Еще раз подписывайтесь, смотрите колокольчики, пишите. И это не к вам YouTube. YouTube в рекламе нуждается, я думаю. Если вы смотрите этот ролик. Так что вот так. Вот ветер уже поднялся. Красота. Ну все. Пока, счастливо, удачи. С вами был автор канала. До свидания.